А улыбаемся как мы. Вы бы видели, скажи. Сейчас мы немножко посмотрим на всех. Да. Как улыбается маленький Кирюша, непременно увидит любой, кто берет его на руки. Малыш необычайно жизнерадостный. Положительные эмоции у мальчика вызывает все, что происходит вокруг. Появление, например, красочной какой-то новой игрушки, когда воспитатель подойдет, там няня улыбнется ему, он тоже в ответ радостно улыбается, тянется. Вот. Когда кормишь его, он тоже радуется. На долю шестимесячного ребенка выпало уже немало испытаний. Кирилл родился с небольшим весом и слабым здоровьем. Почти с рождения его домом стало сиротское учреждение. Чтобы исправить косолапость, ножки мальчика долгое время находились в гипсе. Но на жизнелюбие Кирюши это не отразилось. Кирюша стойко ведет себя, когда накладывают шинки. Он не плачет, он уже привык. И он понимает, видимо, что это надо. И он относится к этому снисходительно. Раз положили ребенка в шинки, значит, надо так терпеть. И он терпит это. Вот. Делаем мы ему и инъекции различных препаратов. И он тоже терпит, не плачет, потому что знает, что надо лечиться. Начнет ли ходить Кирюша и когда это случится, зависит не только от медиков. Еще больше это зависит от того, когда и каких родителей он сможет найти. Взять ребенка в семью не такая проблема. Гораздо сложнее сделать его счастливым. Инесса Панченко, Константин Головин, «События».